Может, сходим куда-нибудь сегодня? У меня вечером учеба. Выходные. Выходные уезжаю на дачу. На следующей неделе. Посмотрим. Когда я пытаюсь поговорить с ней в наших отношениях, каждый раз слышу одни и те же слова. Я никого не держу, я ничего не обещал. Он давно мечтает о ней. Небо! Больно? Горячо. Ты псих. Но ее сердце отдано другому. Парень хочет стать барабанщиком, понимаешь? Он даже специально для этого поступил в Мессинское училище. Теперь... Я выбросил Алексея, если он не перестанет заниматься музыкой. Чтобы завоевать ее любовь. Коварный план? Я собираю команду. Не хватает барабанщика. Давай к нам. Ну что же, все это очень сомнительно. Он не остановится ни перед чем. Раз, два, три, четыре. Ко дню всех влюбленных. Тут тебя какая-то симпатичная девушка искала. Девчонки, а давайте покатаемся. Давай просто погуляем. Она добрая, умная, нежная и страстная. Они работают вместе, этот тип не дает ей проходу. Поклонник. Ты будешь драться. Смотрите новую романтическую комедию «Майонез». Мне просто везет на таких мужчин. Чао. Скоро на экранах. Поверить не могу, здорово.